Китай активизирует усилия, чтобы снизить влияние COVID-19 на экономику и жизнь. Развитая производственная сеть молочной промышленности позволила синьцзянским животноводам увеличить доход. Парк с цветущей сакурой в Ухане привлекает тысячи посетителей. На северо-западе Китая обосновались снежные барсы. Региональные власти по всему Китаю стараются обуздать распространение COVID-19 и свести к минимуму воздействие вируса на экономику и повседневную жизнь людей. Так, в Пекине некоторые районы закрыты на въезд и выезд, в других действует ряд антиковидных ограничений. При этом власти столицы стараются сделать все, чтобы жесткие меры не сказывались на повседневной жизни горожан. Наша работа заключается в том, чтобы учесть потребности жителей в медицинском обслуживании, еде, одежде, жилье, транспорте, воде, электричестве, природном газе и отоплении. Режимы закрытых или контролируемых районов должны минимально отражаться на жизни жителей. В городе Шэньчжэнь, провинции Гуандун, правительство помогает предпринимателям возобновить производство и снова получать доход. Мы будем учитывать потребности предприятий, поддерживать производство, обеспечивать безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, чтобы свести к минимуму влияние эпидемии на экономическое и социальное развитие. Министерство коммерции КНР активно взаимодействует с регионами, отслеживая цены на товары первой необходимости, а также их наличие, оказывает помощь в организации поставок. Профильное министерство дает инструкции, как вести сельскохозяйственные работы в условиях пандемии. Доход животноводов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе увеличился благодаря хорошей погоде и грамотно выстроенной цепочке молочного производства от разведения до переработки и продажи. На ферме в уезде Цитай установили автоматическое оборудование, которое позволяет подоить 80 коров меньше, чем за 10 минут. А в Чанцзы-Хуэйском автономном округе сотрудники 11 недавно построенных коровьих ферм могут похвастаться переработкой более 1000 тонн свежего молока в день. В уезде Фухай вырастили более 22 тысяч верблюдов, почти 6,5 тысяч из них производят около 13 тонн молока в день. Раньше у нас была только дюжина верблюдов. Мы использовали их для перегона скота и перевозки вещей на наши сезонные пастбища. Сейчас верблюдов у нас более 100. Мы выращиваем их все больше и зарабатываем на верблюжьем молоке. Мы посещаем учебные классы по доению и разведению верблюдов, а также по использованию кормов. Верблюд дает около 3 литров молока в день. Коровье и верблюжье молоко проходит ряд стандартных процедур – стерилизацию, розлив и упаковку, а затем продается по всей стране. Парк с цветущей сакурой в Ухане вечерами привлекает толпы посетителей. Люди приходят насладиться весенними пейзажами, которые дополняют десятки тысяч разноцветных огней. Виды открываются просто фантастические. В этом году мы применили множество высокотехнологичных интерактивных устройств для создания ночных пейзажей. Например, в коридоре радости дети могут наступить на изображение клавиш пианино и услышать мелодию. Мы надеемся подарить посетителям возможность насладиться видами цветущей сакуры и при этом не нанести вреда деревьям. Для тех, кто по каким-то причинам не может приехать в парк самостоятельно, средства массовой информации транслируют цветение сакуры и другие удивительные пейзажи вдоль реки Янцзы в прямом эфире. Снежный барс неторопливо прогуливался возле полицейского участка в уезде Боро-Тала в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Зверя запечатлела инфракрасная камера. Место обитания этого снежного барса пересекается с зоной нашего патрулирования. Мы с коллегой отследили животное. С помощью видео и по рации предупредили патрульную группу, чтобы она не приближалась. Хищник покинул зону патрулирования примерно через 4 минуты. Местные полицейские и пастухи видели снежных барсов в горах еще 3 раза в этом месяце. О том, что это не одно и то же животное, подсказали следы лап, расцветка, размеры и другие признаки. Раньше мы никогда не встречали снежных барсов, но всего 3 или 4 дня назад мы видели одного. Он сидел недалеко от дома,
Залаяла собака, и зверь ушел. Столь частое появление диких зверей в этом регионе – следствие эффективного восстановления местной экосистемы. У нас восстанавливаются пастбища. Из-за этого растет популяция сибирских горных козлов. С увеличением числа горных козлов выросла популяция волка. А это все и привело к росту численности главного хищника – снежного барса. Сейчас в нашем регионе количество охраняемых видов диких животных увеличилось до 10. Снежный барс – редкий вид, который находится под государственной охраной первого класса в Китае, а Международный союз охраны природы классифицирует его как уязвимый.